Добър ден на всички! Намираме се в Руското посолство при посланика, нейно превъзходителство, госпожа Елеонора Митрофанова. Благодарим ви, че ни приехте и се съгласихте на този разговор. Искам само две думи да кажа, като преамбюл. Тук сме, защото госпожа посланичката стана обект на безпрецедентна цензура преди няколко дни, когато бе спряно нейно интервю в Българското национално радио. Агенция ПИК е свободна медия, при нас няма никаква цензура. Нашия принцип е да даваме правото на всички, да не говорим за посланика на една велика сила, каквато е Русия. Тоест, наистина сме тук, защото е важно да чуем какво мисли госпожа Митрофанова, какво мисли Русия в този толкова напрегнат геополитически момент. Но в началото искам да ви попитам, кой се оплаши от интервюто ви, ваше превъзходителство? Полагаю, что это не испуг, а сознательные действия, которые отражают стремление быть лидерами в антироссийском мейнстриме. Чем строже цензура, тем больше спрос на альтернативное мнение. Поэтому такая реклама. Добре, все пак една държава, която претендира за либерални ценности, държава от Европейския съюз, цензурира интервю на посланик. Това е наистина парадокс. Парадокс, да. О какой свободе СМИ вообще уже можно говорить? Причем, где вы ее увидели? Ее уже давно нет. Очень хорошо помню, как в 99-м году во время бомбежек Югославии, да, один американский журналист на NBC сказал в эфире: это не война, мы трусливо бомбим мирное население с высоты 15 тысяч футов. На следующий день его программу закрыли. Сейчас в США и Европе диктатура такой либеральной направленности, и все передачи, журналисты, которые имеют иную точку зрения, в крупных компаниях уже не работают. Возьмите там яркий пример Такер Карлсон, который уволили с Fox News за иную точку зрения. Тот же Сеймур Херш, который лауреат всяческих журналистских премий, да, он не работает в крупном СМИ, да, имеет свой интернет-канал. То есть это такой, я бы сказала, своеобразный культ забвения. Да, а вспомните Джоан Роулинг, автора Гарри Поттера, который выступает там против раннего сексуального воспитания, смены пола детям, множественности гендеров и так далее. Так с ней разорвал контракт Голливуд, на нее оказывается чудовищное давление до сих пор. Поэтому, знаете, на сегодняшний день можно сказать, что вот свобода слова – это такая фигура речи, по существу лишившаяся истинной своей сути. Според водещият на злополучното интервю господин Волгин, то е свалено след намеса на лидера на ДПС Делян Пеевски, който пък е обект на санкции от американския закон Магницки. Вие познавате ли господин Пеевски, какво би могъл той да има против вас, против Русия? И смятате ли, че опитва по някакъв начин да се откупи от Магницки чрез това свое действие? Я не знаю лично Деляна Пеевского, только вижу его по телевизору. Не знаю, что он имеет против меня или там России. Но я рассматриваю это через призму вообще общей тенденции, желания многих политиков быть, я бы сказал так, в авангарде европейского мейнстрима, запретить Россию, да. Поможет ли ему это выйти из акта Магнитского? Да. Я не уверена, потому что все-таки акт Магнитского – это совсем про другое. Поэтому вот эти старания, мне кажется, они тщетны. Стигнахме сякаш до извода, че в България свободата на словото е под въпроса. Какво става с медиите в Русия? Мислите ли, че те са свободни? Може ли да се критикува Путин в държавна руска телевизия или радио? Какви са вашите впечатления? Я могу сказать, что да, сейчас критики Путина особо не слышно, да? Ряд медий, которые получили, которые являются иностранными агентами, они уже практически не работают в России.
Вот, хотя сказать, что их сайты там, условно говоря, в России запрещены, тоже нельзя. Если говорить про политические передачи, то на наших таких политических ток-шоу, в принципе, всегда присутствуют две альтернативные точки зрения. Не скажу, что Путина, так сказать, открыто кто-то так критикует, да, на этих, но тем не менее какие-то действия правительства, какие-то, так сказать, выступления тех или иных личностей, в общем-то, да, критикуются. Видите ли, мы-то ведем военную операцию, поэтому, конечно, какие-то ограничения есть. Конечно, кого-то объявили нежелательными на СМИ, это те, кто открыто критикует армию, да? Вот, открыто критикует Россию и призывает к распаду России. То есть это откровенные враги, которые, да, сейчас не присутствуют в нашем медийном пространстве. Но есть же интернет, понимаете, сейчас ничего же закрыть, запретить полностью нельзя, поэтому они присутствуют, тем не менее, скажем, в интернет-пространстве. Вот. Поэтому, конечно, нельзя сказать, что присутствует... Вот, скажем так, свобода слова в ее в полном понимании свободы, да, кто что хочет, тот и говорит. Ну, наверное, это и невозможно, да, вот, ни в одной стране, вот, но, тем не менее, я бы не сказала, что у нас свобода слова полностью заблокирована, нет. С какими чувствами проследихте демонтажа на фигурите от памятника на Советската армия? Смятате ли, че това е акт на враждебност към Русия и дали това би повлияло по някакъв начин на междудържавните ни отношения? Ну, я бы сказала так, что вот эта величественная скульптурная композиция, да, которая была воздвигнута в честь чего? В честь победы над нацизмом. Вот, это не памятник советскому солдату, это победа над нацизмом. Эта скульптура была создана лучшими болгарскими скульпторами под, там, и архитекторами под руководством Ивана Фунева и Любомира Делчева. Вот, поэтому памятник строился еще, кроме всего, на народные деньги, да? Этот памятник, я бы сказала, в первую очередь тем мужественным болгарам, которые боролись с фашизмом. И все эти 5 лет войны, когда Болгария была на стороне Германии, и после войны. И сейчас, конечно, наблюдать, как варварски автогеном режут на куски это замечательное произведение искусства, вот, очень-очень тяжело. А ведь монтировали его не по кускам, а целиком. Причем, когда говорят, что у фигур на памятнике серьезные дефекты, но это заведомо, мягко сказать, неправда. Поскольку фигуры сделаны из бронзы, с великолепной патиной, там даже зелени никакой нет. И там никаких серьезных трещин просто по определению быть не может. Поэтому это не демонтаж памятника, на мой взгляд, это его уничтожение. Кроме того, сомнительная юридическая сторона этого вопроса. Я уже не говорю о том, что между Россией и Болгарией существует соглашение о сохранении памятников взаимной истории, в соответствии с которым можно было бы провести их консультации, прежде чем совершать какое-то действие. Посольство такую ноту отправляло в МИД Болгарии, но ответа мы не получили. Вот, я бы даже сказала, что понятно, жизнь не стоит на месте, там, например, градостроительный план там предусматривает Софии что-то построить в центре, ну так может быть и можно было согласовать его, действительно нормальный перенос в какое-то иное место, я такого не исключаю, но в принципе, вот если говорить, это война с прошлым. Акт ли е на враждебност към Русия? Приемате ли като враждебен акт? Вы знаете, я считаю, что это в первую очередь враждебный акт по отношению к истории Болгарии, вообще-то говоря. Потому что это ваш памятник, еще раз говорю, и ваша история. Вот.
То есть твой белградский памятник? Не русский. Да. Это разрушительный процесс, который приведет к еще большему разделению в обществе. И по существу, знаете, вот этот вандализм, которым мы стали свидетелями, это какой-то пик духовной, я бы сказал, деградации такой, интеллектуального падения. Потому что история – это то, что невозможно изменить. С этим можно как-то научиться жить, как бы она тебе, в общем, не, там, сказать, не пречила, не нравилась. Вот. Поэтому тут, конечно, все это вызывает крайнее сожаление. Ну и, конечно, я думаю, заставляет многих в России пересмотреть свое отношение к Болгарии, потому что вы обратите внимание, что все это время, ну никогда, ни в СМИ российских, ни со стороны каких-то граждан, ну какого-то такого неприятия Болгарии или это самое, или болгарских граждан, ну никак не было. Не упоминали Болгарию вообще. Вот. И сейчас, конечно, я думаю, что многие в России смотрят на это, ну, с очень большим сожалением. А смятаете ли, что в Болгарии русофобия-то вече е тъждествена с неонацизм? Вы знаете, ну, я бы тут как бы была очень осторожна с этими определениями, потому что все-таки, скажем так, русофобия, как любая фобия, да, она все-таки это идеология. И я бы даже более конкретно сказала, является одной из форм современного неонацизма, конечно. Но который в чем заключается? Заключается в дискриминации там, российских граждан по этническому, национальному, языковому, там, религиозным или иным там, признакам. Ну, здесь можно сказать, что это в полной мере присутствует на Украине, в прибалтийских странах, идеология и, соответственно, можно сказать, как неонацизм. Да. Про Болгарию я все-таки этого бы не сказала, поскольку никакой дискриминации по языку, религии, там, национальности все-таки здесь нету. И болгарский народ в целом хорошо относится к России, к россиянам. Ну, просто сейчас такая жесткая диктатура евроатлантического меньшинства, который пытается вытравить из народа историческую память и навязывает народу такие либеральные ценности, которые большинство болгарского народа не принимает. В тази връзка българский премьер Николай Денков вчера каза, трябва да внимаваме с Русия, тя има имперски амбиции, и след като се справи с Украина, може да погледне към други държави. И господин Денков също така казва, трябва да се приготвим за момента, в който Русия ще ни застраши. Как приемате това изказване? Има ли някакви амбиции Русия към България? Знаете, я вам скажу, что нарратив о том, что Россия лелеет имперские амбиции в отношении стран Евросоюза, это же все исходит от украинцев. Собственно, они родили вот эту вот, так сказать, ну, идею. То есть они хотели убедить европейцев в том, что Украина воюет за Европу, да, на которую якобы претендует Россия. Все это, конечно, абсолютное измышление. Вот. И я бы хотела напомнить, что все-таки Украина вот уже 10 лет ведет войну с народом на Донбассе. Это вот ключевое. Что же, они отвергли Минские соглашения, были отвергнуты мирные соглашения в апреле, в марте-апреле месяца прошлого года. Теперь Донбасс, в соответствии с проведенным там референдумом, это территория России. И мы будем освобождать собственную территорию. Ни на какую иную территорию Россия, конечно, не претендует. Вы считаете, нам мало территорий? У нас еще вон половина Сибири не освоена. Поэтому это, конечно, абсолютное измышление. И такая, знаете, такой нарратив, через который пытаются консолидировать европейцев.
убедив их, что Россия является большой угрозой для них. Нет, конечно. То есть Болгария не би могла да быть втора спирка на русское нападение след Украины. Я вас умоляю. Не, что-то твое массово се внушало. Да, 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 вот я и говорю, что это как бы внушение. Такое, то есть да се спокойни българските майки, които в момента гледат, че не могат да очакват враждебен акт, нападение, бомбардировка, каквото и да е било от Русия. То есть вие давате такава гаранция, така ли да го приемем? Ну, я никаких гарантий давать не могу, но я просто как человек, который давно как бы в российской политике, прекрасно понимаю, что это все абсолютное измышление. И Россия не имеет никаких геополитических или территориальных претензий к Болгарии? Нет, нет. Добре, все пак допускате ли, че има червена линия някаква, след която Русия би могла да преосмисли това поведение и да предприеме някакви действия? Коя е тази червена линия? Какво ни бихте могли да понесете? Защото имаше наистина системни провокации. Недопуснатия руски самолет на вашия външен министър, скандала с църквата, скандала с паметника. Какво би могло да се случи според вас, което би могло да обърне тази тенденция? Вы знаете, мне очень сложно сказать. Мы все время объявляем что-то красной линией, потом как бы мало чего происходит, потому что, ну, это такая, знаете, сейчас принятая фразеология, это красная линия, это красная линия. Я просто хочу сказать одно, что когда говорят о том, что кто-то победит Россию, так сказать, что Украина наступает, и завтра они, так сказать, победят на поле боя. Слушайте, мы крупнейшая атомная держава. Кто нас может победить на поле боя? Вот это нужно четко понимать, что не надо доводить до того, чтобы ставить, так сказать, все человечество на край, так сказать, ну, атомной войны. Поэтому это вот такие рассуждения, что завтра кто-то победит Россию на поле боя. Ну, кто это может победить Россию на поле боя? На каком поле может победить Россию, можно победить Россию? Вот, поэтому я тут даже не готова рассуждать про эти красные линии. Вре, света очаква с напряжение края на войната в Украина. Какво трябва да се случи, за да спре тази наречена от вас специална военна операция? Кога според вас е реалистично това да се случи? Знаете, ну, скажем так, Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатического решения этого украинского кризиса, о чем мы многократно заявляли. Ну вот хочу напомнить, что только украинское руководство в феврале-марте 2022 года запросило о переговорах. Мы на это сразу пошли. Договорились, как урегулировать ситуацию на основе предложений, заметьте, внесенных Киевом, да? Которые решали главную задачу, две даже главные задачи. Это не вступление Украины в НАТО и прекращение боевых действий против Донбасса. Да? Договорились, договор был парафирован и готов к подписанию. Вслед за этим в Киев срочно приехал Борис Джонсон, и все договоренности были откровенно, были порушены. И украинцев заставили продолжить эту войну. Ну, об этом можно было сказать, что это вот русские придумали такое, это сам. Ну, нет же, об этом откровенно в своем интервью сказал лидер фракции «Слуга народа» Арахамия, да, который был, участвовал в этих непосредственно переговорах. Поэтому оказывается, что Россия вовсе не имела империалистических захватнических планов, да? Не стремилась уничтожить Украину, ее государственность, там, ее народ, не руководствовалась национализмом или какой-то ненавистью, а строго следовала тем целям, о которых заявляла нейтральная и демилитаризованная Украина. Более того, это не какие-то капризы или, скажем, заведомо завышенные пожелания России, а ровно те положения, которые записаны были в декларации о государственном суверенитете Украины, где было сказано, что она торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участие в военных блоках. Поэтому что сказать? То есть няма вероятност, според която Русия да иска Украина да престане да съществува като държава.
Не ну, это цель-то. Ну, это не цель, конечно. В 22-м году, я напомню, что в 22-м году летом, да, Украина приняла закон, запрещающий какие-либо переговоры с Российской Федерацией. Поэтому здесь можно было бы, в принципе, ну, как бы и поставить точку. Но сейчас мы не видим и со стороны Запада каких-либо реальных сигналов, ни со стороны Киева, о готовности перейти к переговорному процессу. Продолжают звучать призывы к нанесению России поражения на поле боя. Говорить о стремлении европейцев найти мирное решение в подобных условиях, ну, в общем, пока не приходится. А те экспертные мнения, которые звучат и в Соединенных Штатах, и в Европе, а кто их слушает из политиков? Их никто не слушает. Важно е да ви попитам, дали според вас Русия ще продължи да настоява за да си изпълни условията от началото, преди конфликта в Украина, НАТО да се върне в границите си от преди 1997 година. Това за нас е много важно. Об этом сложно сейчас говорить, понимаете? Но о чем можно сказать с большой долей уверенности, что нейтральный статус Украины будет одним из ключевых, если не самым главным условием этих переговоров. Поэтому, а по поводу 97-го года, это, конечно, желательный вариант, но посмотрим, как будут развиваться говорим события. Говорим за расширяванието на Источная Европа в НАТО. Да, ну, да. Я понимаю, о чем да. вы говорите, но сейчас об этом просто невозможно говорить. То есть, это не на дневный ряд в момента? Да, да, да. А как Русия гледа на закона, прият от Конгреса на САЩ, който разглежда Черно море като зона на изключителни интереси на Америка? Ну, я бы сказал, что это еще такое подтверждение гегемонистских устремлений США и полного неуважения международного права. Значит, существует, есть такая конвенция ООН по морскому праву 1982 года, по которому подобные моря, как Черное море, относятся к категории полузамкнутых морей. Вот. И там приоритетная роль относится исключительно прибрежным странам. Это первое. Второе. Многие виды деятельности в Черном море, в том числе и проливы, значит, регулируются международными соглашениями, договорами и конвенциями. Поэтому провозглашение вот так вот Конгрессом своих, так сказать, что это является их исключительным интересом, это просто, ну, как сказать, абсолютное неуважение международного права. Нека ви попитам и за една тема, която е особено болезнена за нас, темата с Лукойл. Справедлива ли е според вас кампанията против тази руска компания, твърденията, че не си плаща данъците, че извършва монопол? Защо Лукойл се оттегли от България? Има ли натиск, политически натиск, по ваши данни? Ну, я вам что хочу сказать, что вот в пресс-релизе Лукойла сказано очень, на самом деле, ясно и прозрачно, да? Что в ответ на дискриминационные законы, другие несправедливые предвзятые политические решения в отношении своего нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, Лукойл займется пересмотром стратегии бизнеса в Болгарии и среди возможных опций продажа активов. Как видите, это не решение продажа, это одна из опций. Вот. И как справедливо отметили в самом Лукойле, который, подчеркну, не находится под санкциями ни Европейского Союза, ни Соединенных Штатов, намеренно раздуваемый скандал вокруг нефтеперерабатывающего завода наносит по существу ущерб инвестиционному климату самой Болгарии и имиджу Болгарии в глазах всего мирового бизнеса, не говоря уже о доходах в госбюджет. Вот. Я вам хочу сказать, что решения по НПЗ в Бургасе не имеют отношения ни к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, ни к увеличению доходной части бюджета Болгарии. Претензии к заводу – это искусственно раздуваемая политическая буря. Возможно, кто-то сейчас решил, что сейчас может дешево забрать этот завод. Но все это не получится. Лукойл – высокотехнологичная, транснациональная, вертикально интегрированная и очень хорошо структурированная компания. Материнская компания болгарского завода находится в Швейцарии.
Вы думаете, там недостаточно юристов, чтобы грамотно все это разрулить? Поэтому легкого развода не будет, если до этого дойдет. Вот. Ну, а кроме того, сейчас сложно о чем-то говорить, ведь продажа завода – это только опция, поэтому ну, поживем, увидим, как это все пойдет. То есть опция не сигурна? Нет, не сигурна. Нет. А според вас, наистина ли тази тъй наречена дерогация обогатява Лукойл и Русия толкова много? Значит, во-первых, я хочу просто, так сказать, объяснить, что вот эти вертикально интегрированные компании, значит, доходы от деятельности вот здесь получает швейцарская компания. Никакая Россия доходы от работы здесь нефтеперерабатывающий завод не получает. Вот. Поэтому говорить о том, что Россия получает какие-то выгоды от продления законы, да нет, это все, так сказать, обоснование вот этих вот поспешных и на самом деле действий, которые приведут к непростой ситуации здесь, в Болгарии. То есть, това една пропагандна опорка, че парите от Лукойл влизат в джоба на Русия, с които пък те водят война в Украина. О чем вы говорите? Конечно, нет. В чем суть этой вертикальной интегрированности? Как раз в том, что доходы от деятельности завода НПЗ здесь идут в Швейцарию. Как глядите на украинское знамя, которое на входе на столичную община? Ну, не знаю, если для столичной общины, как бы, скажем так, Украина или их знамя является частью их идентичности, то пускай висит, что я могу сказать. До какой степени, според вас, будущие избори в России и в США повлияют на эскалацию, на напряжение между великими силами? Има ли предпочитан президент за Россию? Дональд Трамп ли это тот человек? Ну, знаете, я вам, во-первых, скажу, что мы никогда не оцениваем руководство других стран с точки зрения их, ну, выгодности или полезности для России. Хотя, может быть, было бы и правильно их так оценивать. Вот. Мы готовы развивать партнерство со всеми, но имея в виду, что это партнерство должно быть на принципах справедливости и равенства государств. Основную выгоду от выборов США должны извлечь, конечно, в первую очередь американцы, вот, которые вряд ли заинтересованы в бесконтрольной трате денег на Украину. Вот. Скажу одно, что чем скорее прекратится эта безумная накачка киевского режима оружием, тем быстрее окончится этот конфликт. И выгоду от этого получит в первую очередь население Украины. Благодарю за това интервью. Искам да обобщим с две думи, че българските да бъдат спокойни, Русия няма имперски амбиции нет. Към българската земя, към българската територия и към нищо българско. Вам тоже, воспользуюсь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и будем надеяться, что Новый год принесет нам не напряжение, а наоборот разрядку напряжения и, может быть, движение к какому-то взаимопониманию. Благодарю и хубави праздници на вас. Спасибо.